Дорогие друзья, совершенно невероятное вообще что-то сейчас будет. Если мы правильно поняли, мы стояли вот там, вот, да, там вот, видите, стекло посередине. Можно подойти было и снимать. Там вообще шикарный вью. Это совершенно новая площадка для обозрения. Это вообще совершенно новый, огромный кусок Дубай-мола, новая часть его. И вот внутри можно было, вот там вход, видите, где очередь, здесь выход. Вот где этот маленький охранник. И мы ходили туда и снимали. Там просто потрясающее место для съемки. И вдруг всех попросили выйти и что-то объяснили. Ну, в общем, если получится, мы сами увидим вместе с вами первый раз это. И еще раз удивимся и восхитимся тому, что они здесь вытворяют. Вот ждем. Сказали, в ближайшие 5 минут. Мы, наверное, немножко остановим съемку и разобьем. Покажи толщину этих стекол, пакетов. Толщина пакетов стекол. Так, чтобы я, в лоб это опять не разбил них. Раз, два, три, четыре. Пятислойное стекло, каждое слой где-то по сантиметру, да? Отсюда смотришь вообще ничего. А? Отсюда смотришь вообще все происходит. Прозрачно? О, поехала, поехала, поехала. Кто, а куда поехал? Блин. Деревья объезжают, смотри. Деревья. А я не знал, как же они объедут эти тумбы, эти деревья. Вот смотрите, что делается. Не, ну это нормально. Да. Это мы хорошо зашли. И открывается потрясающий вид. То есть полностью открывают панораму. А зачем они туда вообще нужны? Ну как? Для форса бандитского. Так бы и стояли. Вам хорошо видно, дорогие зрители, что здесь происходит? Какая огромная конструкция складывается и на глазах заезжает вот сюда. Это просто что-то невероятное. Главное... А зачем это было сделано? Да. И открывается шикарный вид. Так, ну что, становимся в очередь. Открывает под фонтаны. Под фонтаны. А что она немножко на себя это, энергию тепла забирает или что? Прикрывает. Просто красиво. Решетка? Ну это как бы не особо решетка. Решетка красива? Ну не решетка. Многие люди с тобой не согласятся, знаешь. Особенно, из мест не столь удаленных. Да. Ладненько, дорогие друзья. Нужно становиться в очередь, иначе ни мы, ни вы ничего не увидим. Так, сколько ж тут высота? Метров 20 этих решеток. И стекол. Да. Рельсы показал, по которым она приехала? А? Рельсы показал, по которым приехала? Да. Это у нас трамвайные рельсы, это кошмар. Кривые. Кривые, это залитые почему-то так, мазутом. И между ними зазоры сантиметров по 5 между рельсами. Да, 5, а 10 не хочешь, мы же когда-то снимали. Угу. Те уже рельсы бедные, уже такое впечатление, что по ним, я не знаю, кто ездили. Танки, что ли? Вдоль и поперёк. А здесь вот по каким-то узеньким базам
они сложились. Я просто сначала какой-то армированный пластик с металлом, какой-то новый композитный материал, он такой твердый, ну, даже звука не сбили. Ага. Дорогие друзья, я так понял, что это новая смотровая площадка для того, чтобы видеть шоу фонтанов не снизу, а сверху в перспективе. Это еще гораздо красивее и гораздо круче. Мы это снимали все время внизу, и постоянно стоишь возле какого-то одного края фонтана. А тут можно будет видеть перспективу сверху и восхищаться их великолепием фонтанов еще больше. Да. Это Дубай, детка. Thank you.